подарок, оберег или элемент декора. Им может стать почти любой предмет после росписи. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» химчан научили создавать необычные рисунки на деревянной поверхности. История этого искусства уходит в глубину веков. Появилось оно более 30 тысяч лет назад. Человек украшал предметы быта и стены домов. В 21 веке для росписи предлагается использовать акриловые краски. Они удобны, отличаются стойкостью, их можно наносить любыми инструментами. Я бы для росписи порекомендовала начинающим художникам просто смешать клей с ПВА, клей ПВА и гуашь краски один к одному, что позволит вам с минимальными потерями продолжить ваш процесс. После теоретической части химчанам раздали деревянные фигурки, которые жители попробовали расписать. Проект появился благодаря просьбам жителей, поэтому посещают такие встречи с удовольствием. Анастасия Воробьева уже посетила занятия по кроссфиту, а сегодня сделала подарки родным. Оставим одну поделочку нам, и бабушкам, дедушкам очень будет приятно, я думаю. Дома, может быть, сами такую же сделать? Да, я думаю, да, определенно. Мастер-классы в Химках проходят каждый день, а ближайших можно узнать из газеты «Химкинские новости». А есть еще у нас такая волшебная вот афиша, да, благодаря которой вы можете узнать о всех мероприятиях, которые у нас проходят в городском округе Химки. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.